До открытия фестиваля современного искусства «Первая фабрика авангарда» остались считанные дни. О том, какие сюрпризы ожидают ивановцев и гостей города, в понедельник рассказали журналистам. «Первая фабрика авангарда» – событие для Иванова исключительное. Ничего подобного раньше в городе не организовывали. Вот именно такого типа фестиваля нет, который был бы так повернут именно к авангардному искусству и вообще ко всем авангардным практикам. Мне кажется, это очень важно для нашего города особенно, потому что количество пока еще молодежи и студентов, художников и вообще людей свободно мыслящих у нас очень большое. И вот это все эти люди, которые хотят где-то выразиться, и чтобы их услышали и увидели, они сейчас получили возможность, может быть, пока еще не такую масштабную, не такую совершенную, как мы мечтаем, но уже реальную. На фестивале представят несколько направлений современного искусства. Это театральная лаборатория, хореография, современная фотография, новейшее искусство, мода и дизайн, образовательная платформа. Афиша достаточно плотная. Гости фестиваля получат возможность не только посетить различные выставки, показы мод, мастер-классы, театральные постановки и хореографические перформансы, но и встретиться с всемирно известными деятелями культуры и искусства. В рамках театральной лаборатории к нам приедут три коллектива, три молодых театра. Это театр «Миниатюр», театр «Цех» и Санкт-Петербургский городской театр. Все эти театры достаточно молодые, но они уже за недолгое время своего существования достаточно известны на театральной карте России. Многие из них стали лауреатами, номинантами не только российских, но и международных фестивалей. На шестом этаже, в числе событий, которые там будут, будет давать мастер-класс или выступать с презентацией своего творчества знаменитая, действительно мирового уровня, арт-группа «Профмыза» из Нижнего Новгорода, которая занимается видеоартом, перформансом. Вот они приезжают, у них график плотный, они приезжают только на один, по сути, день, 22-е, и поэтому мне кажется, что это событие пропустить нельзя. Полный список событий фестиваля можно посмотреть на его официальном сайте. По словам организаторов, основная задача фестиваля не только познакомить гостей города с его историческим и культурным багажом, но и перезагрузить отношение к Иванову в сознании его жителей, как к центру молодежной жизни и столице авангарда. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.